Спасибо. Ну все уже, давайте есть. Вкусно. Начал есть, читая молитву. Это закон точно. Этого дома. Закон. Да ладно, не проблема. Что я, молитву не прочитал? Так ничего и не вспомнила. Ну вот, это я не помню, это не знаю. Тут слово подскажите. Да ладно. Нет. А сам-то помнишь? Я с детства все молитвы знаю. Но чувствую, что я дома. У тебя какой лоб большой. За ним столько... А мне и этого хватит. Не издевайся. Ну все уже, давайте начинать. Ну что, Роман? Благослови наш стол. Отец Небесный, спасибо, что собрал ты вместе друзей. Благодарим тебя за решения, нами принятые, ибо они делают нас теми, кто мы есть. Помоги нам всегда помнить любимых, которых мы потеряли. Благодарим за то, что ты послал нам этого ангелочка, ставшего новым членом семьи. Благодарим, что вернул домой Летти. Но больше всего благодарим за быстрые тачки.